Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в животные против лесорубов. Так, ну что, у нас есть с тобой уровень, и мы можем с тобой также сплавать на подводной лодке, но я, наверное, все-таки пойду и буду пробовать здесь пройти. Так, ага, целая куча деревьев. Ёпарасоте. Кого тут только нету, ребята, кого тут только нету. Я, наверное, оставлю. Да, я так, пожалуй, так и оставлю. Ну что, друзья мои, поехали. Здесь я ничего брать не собираюсь. Так, сразу вызываем обезьяну. Так, макаку. Второй уровень. И начинаем бомбить кокосами, друзья мои. Мясо в первую очередь. Так, и, наверное, сейчас будем... Не знаю, или крокодилов брать. Слушай, наверное, крокодилов я все-таки возьму. Да, так будет эффективнее. Да-да-да, крокодил уже им задница, ребят, откусывает. Ты сам видишь. Так, вылупляем. А, не крокодил, ребята, мы его уничтожили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, вот это беда. А ну-ка. Улей, улей туда брось. Господи, да куда ж ты его бросил-то? Совсем не туда, куда надо. Слушай, там подрывник, ребята. Подрывник где-то. Где я его? Я его не вижу, ребят. Блин. Идет, идет. Так, медика, медика накумарили. Вот сейчас улей самое тупое, ребята. Вот. Замечательно. Так, нам пора вот этих вот, наверное... Блин, крокодил, ну куда ты пошел-то? Ну что, зачем ты так быстро, а? Закончил свою работу. Надо было их тут немножко помусолить. Ну, правильно, машина сейчас будет, ребят, нас таранить. Так, улей я пока придержу, друзья. Там его бросать не стоит слишком далеко. А вот кокосы, да, кокосы я, пожалуй, буду разбрасывать. Так, еды надавали нам. Так, вот пора улей, наверное, бросить. Он хоть достает вообще? Блин, ребят, самое противное, это знаешь кто? Это подрывник. Я не вижу его, где он там находится среди этой толпы. Вон он. Вон он, ребята. Вот его надо, чтобы крокодил уничтожил. Так, ребят, скоро будет последняя волна. Так, ну крокодил бомбит. Еще пока живой. Надо было, наверное, второго крокодила вызывать. Ладно, перебьемся пока. Так, бросим улей. И гориллу позовем. Эти макаки очень быстро уничтожаются, ребятушки. Очень быстро уничтожаются. Они практически нам здесь не помощники. Так, я, наверное, сбегаю быстренько сюда. Соберу бананы. Коих тут приличное количество собралось. Так, еда. Слушай, ну два крокодила, это уже, ребята, сила. Посмотри. Оу, да мы прошли. Даже не верится. Причем я бы не сказал, что я здесь слишком напрягался. Вообще не напрягался. Так, 53 листочка у нас, да? Блин, вот такой вот бургер бы получить. Но нет, нам, как всегда, ребята, достаются листочки. Элитный скилл, конечно, хочется, но, ребята, 260, 300, а у нас пока 109. Так, а у нас, смотри-ка, тут... Двойная награда, да? 81 листочек. 81 листочек. Так, ну что, мы можем с тобой улучшить. Хм. Да, ребята, я почему-то решил... Ха-ха.
улучшить нашего крокодила. Блин, как же мне кашлять больно, а, ребят? Ну, я оставлю... Да, я так и оставлю, что у нас есть. Но есть что-то у нас... Там у нас с бензопилами лесорубы. Пока, да, пока накумариваем. Крокодилы, я думаю, что пока не стоит, ребята, вызывать. Нет смысла в этом. Их здесь еще пока маловато. А вот теперь... Опа! А почему моя... Так, ребята, моя горилла кровоточит. То есть... Кровотечение ей нанесли. Ну куда ты лезешь? Ну макака, куда ты лезешь? Ну... Тут надо, чтобы был крокодил, друзья. Бомбим. А медикватный, ребят, смотрите, медика очень быстро уничтожает наш крокодил. Что? Оу! Стоп, друзья мои. Блин, мне показалось, что здесь кто-то должен был быть. Его, видимо, накумарили уже. Так, до 170 прокачиваем с тобой. Окей. Бомбим. Дальше. Вызываем шимпанзе. Так, я вижу, друзья мои, приземляется. Вот он. Ну, смотри, макака намного лучше, ребята, вот так вот бьет. Блин, нам нужен еще, наверное, один крокодил, скорее всего. Один не справляется там. Слушай, а что там такое? Тревога, ребят, поднимается. Ну, слабовато все равно, конечно, гориллушка. Не гориллушка, а наша шимпанзе. А тут крокодилы до сих пор, смотри-ка, бомбят. Не дает спуск, ребята. И последняя волна, я, судя по всему. Да, вот это последние охламоны. Слушай, ну мы их также на изи, как ты видишь, разбираем. Ну и шикарно, в принципе, все. Давай, добиваем и уничтожаем машину. Финишим. Да? Прекрасно. Так, 9 желудей, 44 листочка. Блин, хоть бы раз, ребята, выпало мне. Ну, 8 листьев. Так, дорога у нас ответвление идет. Сейчас, секундочку, посмотрим. За 53 листочка я что-нибудь могу себе улучшить? Вообще ничего. Нет, льва могу. Я, пожалуй-ка, пойду, наверное, за новым животным. Я не знаю, кто там у нас будет в клетке. Сейчас покажу. По-моему, панда должна быть. А, змея. Слушай, ну змея, по-моему, тоже, ребята, хороша. Если я не ошибаюсь, она у нас что делает? Травит. Она их отравляет. Я тебя сейчас пошуршу здесь. Шуршит он мне там, а? Так. Срочно нужна мне... Вот, крокодил. Как раз охотника сейчас мы с тобой там уничтожим. Слушай, а может быть нам еще позвать льва? Пускай будет лев у нас.
Так, животные мои на изготовке. Они все идут. Ёк-макарёк, а вот это вот куда? Зачем? Блин, крокодил. Слушай, а справились? Смотри. Причем очень даже неплохо. Мы здесь разобрались. Давай бросим улей. Нет, улей до них, по-моему, вообще, ребят, не достает. Так, здесь кого-то уничтожили, раз лежал желудь. Так, тут будет три волны. Опа, мясо. Так, опять там кто-то сзади, ребята, у нас появился. И кто же это? Слушай, а по-моему, тут еще будут какие-то у нас ниндзя-лесорубы, да? Я же не придумываю. Какие супер быстрые. Так, ну пока, как ты видишь, все идет вообще отлично. Крокодилы нам помогают. Причем довольно хорошо так помогает нам. Я еще одного позову нам в помощь. Так, бомбим, бомбим. А что тигр-то стоит? Странно. Тигр почему-то не бьет. А он просто, видимо, ребята, бафает. Так, смотри, 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 кто пошел. Готов. Так, я пойду, ребят, туда гляну, что там у нас творится. Вон они летят. Десантура. А крокодилы пошли, что они тут типа справились? Нет? Тут же еще врагов фига. Че, куда он попер-то? Непонятно мне. Куда-то разогнался, побежал. Ну что, это последняя, ребята, волна. Мы сейчас с ней разбираемся, и уровень будет пройден. И уровень у нас будет здесь пройден. Все. Уничтожи только машину. Замечательно. Так. Вспомнить бы, что змея делает. А вот она, наша родная змейка. Блин, мне бы слот бы как-то открыть. Дайте мне хоть раз бургер вот этот большой. Нет. Да и все не то. Так, здесь что у нас? Спасти кобру. 119 листочков. Что мы можем улучшить? Кобру. Кобру, да? Слушай, может быть, вместо тигра, может быть, взять нам кобру? Просто, ребят, посмотрим. Просто глянем, что она себе. Я уже не помню, что она делает, но я точно вроде помню, что она травит.
По-моему, травит она. Бегуны, бегуны, блин. Так, ну что, я кобру призвал. Теперь надо ждать, когда она сюда прибудет, чтобы посмотреть, какой у нее эффект. Ну, я помню, что эффект, по-моему, отравление, ребят. Что-то не помню, кто там? Показалось, я думал, что кто-то уже здесь лес пилякает, нет. Ложная тревога. Так, две волны всего лишь будет. Ну что значит всего лишь, ребят? Ну как она... Да, ребят, травит. Так не пойму, как она там травит их. А, плюет. Скажи мне, Намил, зачем ты вплюешь в машину? Или мне кажется, нет? Что-то потому что она в машину плюет. Ну как дальнобойное оружие, кобры очень даже неплохие, ребят. Плюс эффект отравления. Даже очень неплохо, ребят. Даже очень неплохо идет отравление. Практически шансов у них здесь. Хотя, если они сейчас гориллу пробьют, они могут, будут, ребята, бомбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Крокодил нужен, ребят, срочно. Потому что там... Да, в ближнем бою, конечно, наши кобры ни о чем. В ближнем бою наши кобры ни о чем. Их очень быстро разбомбили, как только до них добрались. Так, а это, я понимаю, ребят, последние охламоны, которые здесь у нас появились. Мы с ними разбираемся и, видимо, конец партии. Ну, давай, 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 отлично. Уничтожаем машину. Давай, бомби ее. Есть. Прекрасно. Что может быть лучше, ребят, победы, а? Оу. Блин. А, разветвление, друзья мои. Так, здесь, насколько я помню, это у нас вроде ресурсы, если память не изменяет. По-моему, это ресурс означает. Или... А, нет, это не ресурсы, это новый... Новый скилл, друзья мои. То есть... Это, скорее всего, будет палочка. Выручалочка, блин. Так, бомбим. Куда ты прешь, а? Так, дальнобойщиков нужно взять, ребят. Дальнобойщиков это... Это гориллы. Ой, гориллы. Кобры. О, нет. Крокодил срочно нужен. Почему? Да потому что вон там подрывник, ребята. Вон он стоит. Сейчас подрывника ушатаем, будет немножко полегче нам. Не понял. Кто там рубит дерево, эй? Ты гляди, а, охламонище. Так, друзья, блин. Вот в этих случаях очень хорошо, ребят, поможет... Помог бы крокодил. Ну и, соответственно, улей. И, соответственно, улей. Так, еду взяли. Вон, спускается, ребят. Он спускается.
Блин, две гориллы. Их разбомбили. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, сколько. Быстрее, 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 быстрее. А, нет, ребята, по-моему, сейчас уничтожат. Сматываемся. Вот тут шлепки, а ты прикинь. Вот что сделали. А знаешь почему? Потому что мы не успели из-за вот этих вот утырков, которые здесь появлялись. Именно из-за них. Это последний, да? Да, это последний. Печалька. Ладно, уничтожаем машину. На две звезды, ребята, проходим. Да. К сожалению, на две звезды. Магнит. Понял. Магнит, ребята, делает что? Притягивает бананы. Вот и все. Его основная функция — это притягивать бананы. Такая себе награда, если честно. Так, апгрейд. 101 листочек у нас. Прокачаю я, ребят, нашу мартышку. И... Подожди. А, мы можем же еще точно. Точно, ребята. 32. Ну, какой-то... Ну, это не серьезный же урон. 155. 200... 260 надо нам, да, накопить? Долго-долго мы будем тут копить, конечно, но офигли делать. Я все думал, откуда, ребят, вот эта вот музыка мне напоминает. А знаешь, что она мне напоминает, эта музыка? Помнишь, мы с тобой играли Assassin's Creed на андроиде? Там точно такая же музыка, ребят, играет. Так, три волны, но я тебе скажу, что тут очень маленькое расстояние. То есть всего две елки получается. Ну, не елки, два дерева. Раз и два. Вообще коротыш. Просто коротыш. Так, а если я сейчас крокодила вызову? Пускай он их там за задницу. Особенно вот этого стрелка, который там стоит. Нервирующий меня. Да в плане, я думал, не будет никого по высадке. Ага, не будет, вон они, ребят, тут как тут. Еще на гориллу, еще на мою змею покусился, это посмотри. Давай, 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 давай. Мне кажется, нужна еще одна змея. Ой, змея, еще один крокодил. Еще один крокодил, еще один улей. И вот так вот сделаем. Это я еще, ребята, не трачу, так сказать, наши суперспособности. Там подхил, еще там что-нибудь. Пока чисто своими силами. Чем больше с тобой мы соберем этих желудей, тем лучше будет для нас. Так, давай, пинаем их. Горилл, конечно, бы надо прокачать, ребят, потому что, ну, как бы они у нас основными идут. Основными танками в данный момент. Круче этих танков, по-моему, мы вряд ли кого-то найдем с тобой. Согласись. Вот то, что взрывчатку, блин, бросает, а. Вон он, этот хламон. Его бомбит, конечно, мой крокодил, но слабо, не успевает.
просто не успевает. И горилки сейчас мои тоже, ребята, отдуплятся. Может быть, еще одного крокодила вызвать? Так, друзья, тут, там кто-то дерево уже пиликает. Ну нифига не приборзели. Прям вот так вот в наглую. А где крокодил? А что, ни одной из этого, ни одного крокодила нету? Вроде двух штук вызывал. Куда они их? Укокошили, что ли, уже? Так быстро? Ну, видимо, да. Так, друзья, сейчас будет еще волна. Этого разбомбим. Кинем улей. Насколько я помню, кокосы — это наше основное орудие. У нас, по-моему, больше ничего не будет, да? Или у нас будет палка? Вроде бы тоже, я не помню. Узнаем потом. Просто мне стоит прокачивать дальше кокосы или не стоит? Вот что, к чему я клоню. Спрашиваю. Такс. Наши силы, ребята, все меньше, меньше и меньше. И крокодилов нету, да? Вызвал я одного крокодильчика. А потом, ребята, придется вот это все тратить. Я помню, мы тоже так играли, 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 а потом просто от безвыходности приходилось, ребята, тратить. Там дальше невозможно было, не потратив это все. Так, ну что, остается тачка. Ну что, друзья, здесь на 3 звезды, слава богу, проходим. 3 звезды, 3 елки, называй как хочешь. В общем, чистая победа. Окей. Так, 16 желудей в плюс к нам идет. Да что ж ты будешь делать? Только листья на меня выпадает. Ага. Так, а здесь сколько? Ага. Ну так я сделаю, короче, пока. Ну что, ребят, давайте дальше идти за этим, за следующим скиллом, так скажем. Next. Я ставлю все как есть. Побежали. Блин, ребят, ну когда вот это вот много вот этих вот... как тебе объяснить? Много елок — это плохо, потому что опять же эти лесорубы будут выплевываться и опять будут нам мешать. Вот я к чему. Кишкодеры, кишкодеры. Так, пойду посмотрю, что там у нас творится. Угу. Давай, наверное, еще одного крокодильчика с тобой закажем.
Ё-моё, сколько у вас тут накопилось-то? Нет, ну крокодил есть. Но он что-то как-то не справляется, по-моему. Ребята. Два крокодила не справляются. Тут три волны у нас намечается. Бомбим. Давай еще одного крокодила позовем, чтобы он... Там медик идет. Улей. То, что желуди падают, это прям, ребят, шикарно. Это прям бальзам на душу. Желуди нам нужны. А вот то, что у нас с тобой горилла здесь разбирает обезьян, вот это плохо. Я тебе скажу, очень. Что там, дерево срубили или мне послышалось? Нет, послышалось. Я думал, что дерево срубили, ребят. Уже чуть было не пужанулся. Так, последняя волна, да, написано. Крокодил бедный идет, покоцанный весь. Блин, тут одна горилла справляет со всеми с этими. Ну, там еще крокодил, конечно, помогает. Но он что-то как-то не особо успешно нам помогает здесь. Согласись. Улей имба, его тоже нужно качать. Кокосы нужно качать и улей. Да ладно, неужели все, ребят? Ну да, это последние олухи. А там, по-моему, заморозка еще у нас будет, да? Что-то там разные всякие будут штуки-дрюки. Готово. Разбомбили мы эту машину в хлам, в дребезги. 16 желудей. Так, и здесь... Вот, ребята, бамбуковая палка. Насколько помню, это бамбуковая палка. Ну, вот, да. И этими палками они намного, ребята, по-моему, сильнее дерутся, чем просто кулаками. Тут никогда не выиграешь. Тут только листочки, ребят. ...187. Мало, конечно же. Конечно же, мало, ребят. Палочки. Палочка-выручалочка, да? А вместо чего палочку-то взять? Вместо улья, я думаю, не стоит, наверное. Или стоит? Вот сижу и думаю, стоит ли менять мне или не стоит. Здесь я ставлю как есть. Сколько стоит слот? 950. 950, ребят, ну... Совсем, что ли, а? Откуда я им столько возьму? 950, а? Окей. Так, змею, наверное, вызовем. А лучше не змею, лучше, мне кажется... Вот так сделаем с тобой. Вот с бензопилой, который чувак вот этот вот... Он, ребята, как раз кровотечение-то и вешает. Насколько я понимаю, да? Так, подрывник. Подрывник там идет. Мой крокодильчик им занялся.
Мало того, что заянца, он его еще и уничтожил. А вот змеи, змеи, бедные бедолашки. Но сейчас, секундочку. Наверное, гориллу возьмем. Мне, наверное, кажется, что нужно... Давай возьмем змею. Змею подколодную, так скажем. Так, стрелок вышел. Этот медик их захиливает. Вот что я тебе скажу. А чем хороши, ребята, осы? Так это тем, что они наносят массовый урон. Не одну цель бомбят, а всех, кто в радиусе попадает, того, ребята, они бомбят. Блин, у меня опять одни змеи тут остались. Ну что ты будешь делать? И подрывник стоит сзади. Молодец. Слушай, ну крокодил не так много урона получает, как остальные животные. Посмотри, от его этих взрывов. Парадокс. По идее, вот мы с тобой качаем скиллы, нам нужно здесь качать абсолютно все. Не только скиллы, но и самих животных. Все, осталось только бомбануть, ребята, на машину, и мы прошли этот этап. Ну, давай, 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 есть. По красоте. Просто по красоте. Желуди что-то мало как-то дают, всего лишь 12 штук. Дайте мне вот гриб, например. Это нереально его получить. Это мы улучшим, да? Так. У нас 106 листьев. 106 листьев. Окей. Ну что, ребята, давайте следующий этапчик с вами забомбим. Все оставляем как есть. Здесь тоже оставляем все как есть. Медиков много, ребята, будет здесь. Здесь будет очень много медиков. Так, здесь нам, скорее всего, надо будет... крокодила, наверное, вызывать в помощь. Угу. Так, с этим порешали. Наверное, надо было прокачать до 5-й ступени, скорее всего, сбор. Или как? Или так справимся? Блин, подрывник, ребят. Так а почему? Почему, ребята, он... Я не понял, почему крокодил прошел мимо? Я же... Очень интересно. Это мне непонятно было. Почему он прошел мимо, не стал бомбить этих хламов?
Я про крокодила. Вот здесь вот стояли, он просто прошел мимо, он не стал их даже уничтожать. Ладно, фиг с ним. Вот смотри, подрывник, почему-то он его не трогает. Я не понимаю. Так. Блин, бедные змеи мои под ударом, ребята. Ну вот, сейчас вот почему-то бомбят его. А тогда не хотели ни в какую. Уж не знаю, в чем проблема там была. Чего, последняя волна типа, да? Опять крокодил пошел, даже этих не стал добивать. Почему так происходит-то? Мне непонятно это. Ага. Да давай ты своими кокосами бомби по ним. Так вот. Ну, я думаю, что здесь мы прошли. Все, ребят. Последний хламон и плюс машина. Бьем машину. Ну, отлично. Что и требовалось доказать, друзья. Гриб, надо же, ребята, гриб выпал мне. Семьдесят шесть. Абсолютно ни на что не хватает. Хотя на скилл хватит. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй-ка, мы и закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!